Какой канал зрители смотрят чаще всего? Какая программа самая интересная? И в какое время у экранов телевизоров собирается наибольшее количество зрителей? Теперь все это можно будет узнать благодаря запуску проекта организации телеизмерений Media Hills. Этот проект предлагает измерять рейтинг популярности телеэфира с целью создания наиболее интересного и полезного зрителю контента. Причем данные будут обновляться каждые 2-3 минуты. Сейчас в стране редко проводятся подобные исследования, в основном их заказывают коммерческие компании и рекламные агентства. Мы точно на сегодняшний день на самом деле нашу аудиторию не знаем. Мы не знаем, что наша аудитория на самом деле хочет потреблять, какое направление у нас на самом деле идет на спад, а где у нас голод ощущается. Мы этого практически не знаем, ребята. Мы планируем подключить к системе телеизмерений более 3000 домохозяйств, которые охватывают территорию всей республики, это не только Бишкек, это разные города. На базе этих домохозяйств будет собрана панель телеизмерительная, которая будет репрезентативная для и показывать нам население различных регионов страны.